Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Носова. Сегодняшнее видео предлагаю сделать вместе со мной, а также замечательной рукодельницей Юлией Поповой, замечательные, простенькие и очень красивые американские бантики в садик. Такие бантики можно делать в разных вариантах. Допустим, вот такие вот с пчелками. Либо же с цветочками. А также с любимыми мультяшными героями. Бантики хоть и простые, но пользуются очень большим спросом среди покупателей. Особенно если к ним прикрепить вот такую вот красивую бирочку. Ссылочку на дизайнера я оставлю в комментариях. Девочки, сегодня мастер-класс у нас будет совместный. Снимаю я его вместе с замечательной, талантливой рукодельницей Юлией Поповой. Ссылочка на ее канал, а также мастер-класс будет обязательно в описании к моему видео. Как видите, на канале Юлии очень-очень и очень много интересных идей по созданию всяческих бантиков, школьных наборов, украшений и так далее. Я думаю, что она заслуживает подписки и лайков. Поэтому переходим по ссылочке в описании и смотрим мастер-класс Юлечки. У нее тоже получились очень интересные повседневные американские бантики в садик. Вот такие вот очень нежные и простенькие американские бантики в садик у нас с вами получились. С ними справится даже начинающая рукодельница.
Не забудьте перейти на канал Юлечки и посмотреть ее мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов, вдохновения, ведь оно так нужно нам, мастерицам. Если вы мастерица, блогер и желаете посотрудничать со мной, снять совместный мастер-класс, напишите мне на электронную почту. Ее можно найти в описании. Всем пока-пока!